Всем привет! И поскольку видосы про странные виды и чего-либо стали заходить, я решила продолжать развивать эту тему. И в этом видео хочу вам показать странные-необычные виды макияжа и губ. И надеюсь, вам это будет действительно интересно, потому что мне так показалось, это очень интересно. Именно вот про губы я прям была в каком-то трансе, когда рисовала, потому что я раньше никогда так не красила губы. Ладно, там стрелки, окей. Но губы — это что-то уже более странное. Так, а вот и первые губёшки, которые мы будем с вами создавать. Я просто прорисовал контур и нанесла блеск. Это элементарно, Ватсон. Вот последующий вид мне прям идеально подходит помады, потому что они точно такого же цвета, как и на картинке. Сама судьба распределила, что я обязана их повторить. По мне, так этот вид идеально впишется для какого-нибудь фотосета. Я тут еще решила блеска добавить, чтобы сверкать. Но третий вариант просто нереально смотрится, согласитесь. Я считаю деньги на столе, где-то тлеет мой косяк. Зеркало убьет меня когда-нибудь, но не сейчас. Ты тоже фальшивый, ты тоже разбит. Ты тоже пытаешься жить и любить. Я смотрю в ее глаза и вижу только отражение. Четвертая разновидность практически ничем не отличается по ее исполнению. Правда, жалко, что у меня не было золотой подводки, и она бы с того как раз вписалась. Господи, да когда я увидела губы этого пацана, я сразу поняла, я обязана их повторить. Волнистые брови окей, но волнистый губ я еще не видала. Ну и последний вариант на сегодня я вижу очень часто на просторах Инстаграм, и как вы понимаете, что я не могла это обойти стороной. И, кстати, назвала эти губки «После бурной ночки». Также подкидывай в комментарии идейки для странных видов чего-либо. И я обязательно сниму то, что предложил именно ты. Если тебе понравилось это видео, то я всегда ставлю большой пальчик вверх и подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Также нажимай на колокольчик под этим видео, вот там вот он где-то находится. Ну а всем спасибо за просмотр, а я всех люблю и целую. Пока!